Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 571, из раздела вычисления значений числовых выражений. Вычитание целых чисел. Найдем значение выражения. 20 плюс минус 15 минус минус 6. Вот эти минус минус 6 мы сразу заменяем на плюс 6. 20 минус 15 – это 5, и плюс 6 будет 11. 10 минус 20. Получится минус 10, но зато плюс 40. В ответе будет 30. Минус 3 плюс 12. Получается 9. 9 плюс 22. Получаем 31. Минус 7 плюс 7. Это 0. 0 плюс минус 29 будет минус 29. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.